Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр, и с возвращением с поездки. Спасибо. Надеюсь, поездка была интересной. Очень интересная поездка была. Нам очень понравилось в Польше. Это первый раз. Я, по крайней мере, был первый раз там. Посмотрели Вроцлав и Краков. И, может быть, как-нибудь даже в нашей программе мы об этом поговорим еще. Когда-нибудь. Ну, а сейчас у нас есть о чем поговорить. И прежде всего начнем, наверное, с ракетного обстрела Тель-Авива. Это вызывает тревогу и разные чувства. Давайте об этом все-таки. Что будет дальше? Кто стрелял по Тель-Авиву? Потому что разная информация идет. И что будет дальше? Да. Вот буквально сегодня получил смс от моего товарища, который собирается приехать из Америки вот буквально в эти дни с женой посетить Израиль. И он, естественно, спрашивал меня, насколько безопасно сейчас приезжать. И мой ответ был, что, в общем, на мой взгляд, уровень опасности в Израиле не изменился. То есть, в общем, что было раньше, то и осталось сейчас. Действительно, вчера две ракеты «Фаджр», то есть это две серьезные ракеты, это не куски водопроводных труб или какие-нибудь самоделки, это иранские ракеты «Фаджр», способные лететь на десятки километров, вылетели из Газы и полетели в сторону Тель-Авива. Тут важно заметить, что сработала израильская система защиты, но сработала только на оповещение, то есть завыли сирены, жители Тель-Авива были предупреждены о том, что к ним летит сюрприз из Газы, но железный купол даже не сработал. Не сработал не потому, что он был сломан или неисправен, а потому что это система, которая отстреливает те ракеты, которые как бы как просчитано могут упасть туда, куда они не должны упасть. В данном случае система просчитала, что они не упадут в какое-то место, где могут причинить ущерб, и в итоге их даже не сбивали. Одна упала где-то, армия сказала, не стала сообщать где, но жертв разрушений там не было. И вторая вообще сначала думали, что она упала в море, но сегодня все-таки нашли ее в окрестностях южного пригорода Тель-Авива, Хулона. Тоже, так сказать, на какой-то незастроенной, незаселенной местности. По этому поводу в Тель-Авиве сразу же стали шутить, что надо же, ракете удалось найти то, что не удается найти многим тысячам из тель-авивцев, найти незаселенное, незастроенное место в окрестностях Тель-Авив. И так или иначе, Хамас утверждает, что это вообще не он, и он тут ни при чем. Дело в том, что Хамас можно понять. Именно в тот момент, когда были запущены ракеты, представители Хамаса сидели с представителями Египта и договаривались об условиях, скажем, мирного сосуществования с Израилем. И Хамас не заинтересован сейчас в какой-то эскалации конфликта, и не хотел Хамас и снова злить египтян, которые, в общем, и так уже не раз сталкивались с тем, что Хамас срывал переговоры, и как бы египтяне теряли лицо, потому что они вроде как взялись быть смотрителями, или не смотрителями, а, скажем так, разводящими. И вот когда Хамас начинает выламываться и что-то, так сказать, портит, то получается, что египтяне оказываются в дураках. Так или иначе, Хамасу невыгодно было сейчас идти на обострение с Израилем. И более того, сегодня, по итогам, когда уже все успокоилось, Хамас даже заявил, что он отменяет свои пятничные кривляния возле забора. Мы помним, что на протяжении целого года, начиная с марта прошлого года, фактически, с тех пор, как история с посольством, переносом посольства американского Трампом из Тель-Авива в Иерусалим состоялась, Хамас стал гнать своих жителей сектора на забор, провоцировать армию обороны Израиля. По принципу, чем больше погибших со стороны Хамаса, тем лучше, потому что мы всегда можно их представить как жертв страшного израильского геноцида, но а своих людей им там не жалко. В общем, вот такая форма борьбы. Ну и под шумок там они, снайперы за спин израильских, то есть из-за спин своих, так сказать, своей толпы, они стреляли по израильским солдатам, если солдаты стреляли в ответ, попадали в какого-нибудь боевика, его объявляли тут же невиновным и так далее. Все это продолжается от пятницы к пятнице. В этот раз они сообщили, что они не будут устраивать там никакого действа, то есть вот даже как, чтобы показать, насколько они не хотят эскалации конфликта. Правда, в итоге
Там, значит, какая-то группа все равно выскочила к забору и покривлялась у забора, но, в общем, относительно спокойно это было в этот раз. Израиль, в свою очередь, сказал, что, в общем, мы там не знаем, кто у вас стрелял ракетами, но Хамас отвечает за сектор Газа, поэтому получать по голове будет он. И отбомбил порядка сотни целей хамасовских, но тоже отбомбил аккуратно. Многие говорят, что, мол, Израиль бомбил пустыри. Я не согласен с таким утверждением. Во-первых, бомбили все-таки не пустыри, бомбили некие объекты Хамаса. Это были мастерские по производству оружия, это были подземные какие-то склады, это были какие-то еще их заведения. Хамасу это больно. То есть это не то, что ему совершенно наплевать, что у него там разбомбили опять всю инфраструктуру. И то, как сегодня Хамас уже говорил, что он готов к прекращению огня, и он не заинтересован в эскалации, понятно было, что, в общем, для него это не просто так что-то, от чего он может отмахнуться. Другое дело, что Израиль сделал таким образом, что, в общем, погибших со стороны Хамаса не было. Здесь уже можно поспорить, так сказать, правильно ли Израиль делает так, что не наказывает лидеров террора. Но так или иначе, эскалации не было. Повезло Хамасу, что их ракеты не упали в живые районы израильские, тем самым как бы не поставили в Израиль ситуацию, когда он не смог бы не ответить. Но Израиль тоже очень аккуратно отстрелял, повредив материальную часть, но не затронув, скажем, их людские ресурсы. И почему я считаю, что это, так сказать, не зря идет этот стрел? Ну, во-первых, как бы я сказал уже, что уничтожается какая-то материальные ресурсы Хамаса. С другой стороны, это своего рода тренировка. Не будем забывать, что наши летчики все равно они, у них поставлены цели, они эти цели поражают. То, что не убиты при этом террористы, нам может быть и жалко, но, в общем, своего рода учения, которые прошли достаточно успешно, вживую, так сказать. И с израильской стороны тоже нет заинтересованности в эскалации конфликта. И здесь, в общем, надо объяснить это, может быть, более понятно, потому что горячие головы и вообще как бы сознание происходит, да что ж такое, да в конце концов, когда мы наконец накажем этот Хамас, когда мы наконец поставим его на место. Ситуация, на самом деле, достаточно простая и достаточно печальная. Изменить ситуацию по-настоящему можно только, если Израиль войдет в сектор Газа, зачистит его от Хамаса, откроет шлюзы, чтобы все желающие арабы могли утечь в Синай, то есть в Египет, и останется там как сила, которая контролирует ситуацию. Потому что если мы зайдем, зайти мы можем за несколько часов. Я полагаю, что израильская армия может оккупировать или освободить сектор Газа за несколько часов. Но в тот момент, когда мы уходим оттуда, оставляя там клокочущий миллион жителей, Хамас снова вернется, потому что даже если мы уничтожим сейчас всю верхушку, останется там еще достаточное количество бандитов, которые снова возьмут власть в свои руки. И поскольку жители сектора Газа в гораздо большей степени поддерживают именно Хамас, а не ООП, Абу Мазен, то даже если бы Израиль поставил там Абу Мазена или его наместников, то очень скоро это все равно вернулось бы в руки Хамаса, все вернулось бы на круги своя, то есть та же ситуация, какая была бы сейчас. Более того, Израилю невыгодно, чтобы там сейчас правил Аббас. Как бы Израиль не может этого сделать, но если бы даже и мог, то это было бы ему невыгодно. Потому что сейчас у наших врагов разделение Газа отдельно, Рамала отдельно. Нам совершенно невыгодно, чтобы они были спаяны в одно единое как бы целое и оставались при этом нашими врагами. То есть принцип «разделяй властвуй» никто не отменял. Таким образом, ситуация, при которой Хамас в Газе управляет, она нехорошая ситуация, но из всех возможных ситуаций она лучшая, потому что зайти сейчас и остаться там мы не можем, потому что общество израильское к этому не готово. Пусть даже сегодня мировая общественность, будет сдержана Трампом. То есть, допустим, Израиль заходит, Израиль зачищает от Хамаса, и вся левая, так сказать, мира вместе с мусульманами верещит и вопит, обвиняет Израиль в преступлениях против человечности. У нас есть защита от Трампа и от Госдепартамента, дружественного нам. Но никто не может защитить нас от нас самих. В израильском обществе, мы видим это сейчас перед выборами очень четко, есть по меньшей мере 30% еврейского населения, не говоря уже об арабах, которые активно не хотят, которые считают, что да, вот если мы сейчас отставим арабам Иудею и Самарию тоже, так нам будет еще лучше, мы заживем просто как боги, как цари.
Вот. Не понимая, что все, что может получиться, если мы уйдем из Иудеи и Самарии, то, что предлагает партия Ганса и Лапида, Авада и Мерец, эти левые партии, просто мы получим то же самое, что сейчас из Газа, мы получим еще и в Иудеи и Самарии. Одним словом, дилемма правительства очень простая. Или нужно заходить туда, потерять там десятки наших солдат, подставить под города Израиля под обстрелы ракетные, и в итоге получить через месяц уже все то же самое, как было, или же вот так вот сдерживать Хамас, договариваясь с ним, поскольку это наименьшее из возможных зол, и извлекать ту пользу, которую мы извлекаем из раздела этих самых арабских наших врагов. То есть сегодня даже будь вдруг Трамп решил бы нам сказать, как раньше Обама нам говорил, а ну-ка быстро миритесь с арабами, договаривайтесь с ними. Так можно было всегда спросить, а с кем, собственно, с которыми из них? С Газой или с Рамалой? Пусть они сначала сами договорятся. Договориться сами они не могут, потому что там как бы ненависть друг к другу еще сильнее, чем ненависть к Израилю. Поэтому правительство идет на то, что оно идет. То есть оно позволяет Катару переводить туда деньги. Эти деньги идут на сегодня, по крайней мере, как утверждает наше правительство, мы, по крайней мере, контролируем, что эти деньги идут не напрямую на вооружение Хамаса, как раньше, когда они поступали из автономии, а на конкретные проекты, скажем, каждодневной рутинной жизни, потому что миллион или чуть больше жителей сектора Газа, они все равно, кроме того, что они злобные гоблины, они еще и хотят кушать, хотят пить, хотят покупать какие-то товары. Все, для всего этого нужны деньги какие-то, нужны рабочие места. Все это как-то должно работать, потому что, ну, что там, это же не... Как бы иной ситуации мы не можем себе представить. Поэтому, конечно, в идеале нужно стремиться к тому, чтобы был открыт шлюз, и чтобы все желающие могли из Газа сегодня уйти в Египет. Сегодня Хамас не позволяет этого, да Египет сам не позволяет. И здесь, конечно, израильских усилий не хватит. То есть здесь должно прийти усилия со стороны Трампа, который мог бы надавить на Египет и заставить Египет со своей стороны, так сказать, сказать, что он готов принять какую-то часть, какие-то сотни тысяч, пропустить арабов из Газы к себе. Скорее всего, они не задержатся в Египте, а уедут в Европу. Ну, в общем, нам-то с этого что. Вот. Но и нужно было бы что-то сделать с Хамасом, чтобы он позволил. Потому что сегодня Хамас запер эти ворота изнутри. Он понимает, что если он откроет ворота, то все разбегутся, несмотря на протесты Египта, просто будет просачиваться, убегать и не возвращаться. Вот. Таким образом, ситуация непростая. Теперь вопрос, кто же там стрелял? То есть, если Хамасу не выгодно, зачем он это сделал? Израильская версия армейская, то есть армия сегодня израильская сделала такое заявление, что, мол, по нашим оценкам, это была ошибка. То есть, прямо как в том анекдоте, кто кинул валенок на пульт управления. Каким-то образом у Хамаса кто-то куда-то, видимо, не туда на то нажал. Надо понимать, что ракеты «Фаджр», снова, это не водопроводные трубы, начиненные взрывчаткой, которые можно запустить из другой водопроводной трубы. Это серьезная ракета, которая запускается с серьезной установкой. И как бы можно, конечно, по ошибке ее запустить, но это достаточно... Все равно должны быть люди, которые имеют доступ к такой системе. И они должны понимать, что они ее запускают, например, в сторону Тель-Авива, а не в белый свет, как копеечку. И они должны знать точно, на какие кнопки они нажимают, так что просто так это не могло случиться. Мне все-таки кажется, что, конечно, это были какие-то внутренние разборки в Газе. То есть на самом деле мы с этим сталкиваемся регулярно. Кроме Хамаса, который владеет как бы, ситуацией и отвечает за ситуацию в секторе Газа, есть еще исламский джихад, который воюет с Израилем. Разумеется, но в первую очередь воюет с Хамасом за лидерство в секторе Газа. Он слабее, но его поддерживает Иран. Хамас тоже получает поддержку от Ирана, но исламский джихад — это как бы их иранская буквально креатура, как Хизбалла. А Хамас, он все-таки сам себе режиссер, он иногда может сказать с Ираном, а иногда может сказать Ирану «нет, ну, я с тобой больше не дружу». Есть еще более мелкие группировки. Каждый раз, когда они хотят подставить более крупные, более сильные группировки, они пытаются обстрелять Израиль, чтобы Израиль в ответ, так сказать, надавал по голове тем, кто, так сказать, ходит старшим там, в этом секторе. Поэтому не исключено, что ракеты были запущены какими-то конкурентами Хамаса специально, чтобы напакостить Хамас. Вопрос, почему Хамас допустил, что к его ракетам допущены какие-то конкуренты, непонятно. И, так сказать, были ли это его ракеты, или это ракеты, которые Иран сумел протащить и отдать другим группировкам в секторе Газа. Но об этом, обо всем прочитать сегодня в новостях мы не можем. Об этом, если армия знает, то она об этом не пишет. И вот это странное заявление нашей армии, что, мол, по ошибке были выпущены ракеты, как-то оно не звучит удовлетворительно,
тем не менее, мне не очень понятно, почему. Как-то вот армия предпочла назвать эту ситуацию ошибкой. В любом случае, очевидно, что Газа стала очень серьезной проблемой. И все это произошло исключительно в результате того самого размежевания, которое провел Шарон. Потому что, на самом деле, еще в 1993 году, когда только начиналось Осло, уже тогда говорили, что если Арафат приедет в Газу, это все закончится ракетами по Тель-Авиву. Тогда это казалось какой-то вообще немыслимой ситуацией. Ну как, ну ракеты по Тель-Авиву. И вот прошло 1993 года, сколько? 26 лет, да, и уже никто, собственно, не удивляется ракетам по Тель-Авиву, вот, потому что было Осло и было размежевание. И сегодня на выборы в Израиле идет партия, которая говорит, а давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Газе, еще и в Иудее и Самарии. То есть крупнейшие центры населенные Израиля мы приблизим к источникам террора не просто на километры, на сотни метров. Там такие города, как Кфар-Саба, Раанана, Петах-Тиква, они просто будут на границе с террористическим анклавом, как поселки вокруг Газы. То есть там даже не нужны ракеты «Фаджр», там можно будет буквально стрелять из рогатки по домам еврейским. И в обществе есть почти четверть населения страны, которая, судя по опросам, голосует из 120 мандатов, 31 мандат получает эта самая партия, которая предлагает вот такое устроить в Иудее и Самарии. Так какие арабы, какое международное давление? У нас внутри, в нашей стране, такое количество людей, не способных видеть дальше собственного носа, даже не дальше собственного, я уже даже не знаю вообще, как назвать эту недальновидность. И вот с этим приходится жить, и поэтому правительство понимает прекрасно, что провести сейчас операцию по зачистке Газы, уничтожить там Хамас и аннексировать эту территорию, распространить там израильский суверенитет, выгнать оттуда арабов, по крайней мере, большую часть Египет, это просто нереально. Потому что четвертью населения, которое хочет ровно наоборот и не понимает вообще, к чему это все ведет, конечно, что-либо провести очень сложно. Ну, вот как-то так. Спасибо. Ну а теперь давайте к теракту в Новой Зеландии, поскольку наши СМИ уже, ну то есть я имею в виду CNN, MSNBC, ABC и так далее, привязали этот акт, эту трагедию к президенту Трампу, к его риторике, не только средств массовой информации. Трамп и евреи, дежурные враги, да, всех левых. Вот и сенатор Блюменталь, тот самый, который врал все время о том, что он герой Вьетнамской войны, ну, тоже обвинил Трампа в том, что произошло в Новой Зеландии. Ваш взгляд на это? Ну, во-первых, действительно, достаточно редкое явление, которое все же случается. Теракт не устроенный мусульманами, а напротив мусульман. Бойня в мечети, Крайстчерч, даже двух мечетях, там 49 убитых, еще раненые. Устроил это все, как мы понимаем, противник мусульман, не мусульманин сам. Его поспешили назвать правым экстремистом, и вот здесь уже начинаются некоторые сложности, потому что это человек, который, например, в своих заявлениях утверждает, что самая лучшая страна в мире — это коммунистический Китай. Это человек, который, так сказать, активно выступает против богатых и заветных, то есть типичный коммунист или социалист, и зеленый. Вот. Поэтому с переводом стрелок на правых тут нужно немножко быть аккуратным. Но надо признать, что он устроил целое шоу. Он расписал автоматы именами борцов с турками во время европейско-турецких войн там, прошлых столетий и исполнителями аналогичных терактов прежними. И все это снимал на видео. Кстати, когда он на съемках видео, он едет на машине, слышно, как он слушает балканскую сербскую песню. Очень много неясностей во всей этой истории, и, может быть, следует подождать и посмотреть, что еще там скажут, что нам даст расследование, что будет опубликовано по поводу этого теракта. Но есть несколько характерных моментов, на которых я, да, хотел бы сейчас уже остановиться. Ну, во-первых, давайте обратим внимание, что вот произошел теракт против мусульман, и не мусульмане, евреи и христиане, они не радуются этому теракту, не раздают конфеты на улице и не пытаются оправдывать этого террориста. Они называют его террористом. Говорят, это убийство. И надо это запомнить, потому что в обратной ситуации мы постоянно сталкиваемся с тем, что мусульмане радуются теракту против немусульман и раздают конфеты. И тут же начинают говорить, что, в общем, как бы можно понять этого человека, что он был прав в каком-то смысле. И оправдывают и всеми возможными способами. Так вот,
когда это происходит как бы против них, наша сторона так ведь себя не ведет. Теперь очень интересный вопрос, почему в Новой Зеландии? Почему не во Франции или Бельгии или Британии, где, казалось бы, как бы ситуация намного более жесткая и на более противостояние мусульман и не мусульман гораздо более серьезная, или Германия, где было бы это все, может быть, понятнее в каком-то смысле. И, может быть, и здесь действительно я вступаю на тонкий лед в такой конспиративной логике немножко. Нужно подумать, так сказать, а что будет результатом вот этого теракта, этой бойни? А результатом будет укрепление позиций мусульман в Новой Зеландии. Вот даже не только в Новой Зеландии, на самом деле. Вот в США только стали понимать, что демократическая партия превратилась просто в антисемитскую партию вроде Корбинской партии труда британской. И провалили только что вот этот закон против антисемитизма. И тут же все стрелки переведены сейчас на исламофобию. То есть теперь как бы, да, столько... У борцов с исламофобией огромное количество козырей теперь. Посмотрите, действительно, вот же действительно реальная бойня, жесточайшая, снятая на видео. Любой человек, который это посмотрит, у него волосы дыбом становятся от этой жестокости и ужаса. И может ли быть такое, что этот теракт был спланирован теми, кто использовал этого самого социалиста, борца с мусульманами вслепую, для того, чтобы получить дивиденды совершенно противоположной стороны? Я бы сказал, что для братьев-мусульман, например, которые являются наиболее активной такой вот стороной завоевания Запада исламом, это слишком сложно. Все-таки братья-мусульмане, они как бы такие сложные операции не умеют делать. По крайней мере, мы не сталкиваемся. Вот для профессиональной разведки какого-нибудь государства, и это уже возможно. И это, наверное, все-таки не Саудовская Аравия и не Иран, потому что им сейчас не до того. То есть у Саудовской Аравии и у Ирана столько проблем друг с другом, что еще заниматься вот таким вот продвижением исламских позиций в мире с помощью вот таких хитрых операций им просто сейчас не до этого. А вот Турция, например, она вполне под такую как бы конспирацию, и снова я повторюсь, это чистая конспирация, основанная пока только на умозрительном анализе, она вполне подходит. Турецкая разведка очень хорошая разведка. Это разведка почти европейского государства, потому что она сейчас поставлена на нужды сумасшедшего диктатора, мечтающего о воссоздании Османской империи. Это другой вопрос. И, может быть, тогда становится понятно, почему этот самый террорист расписал свои автоматы именами бойцов европейско-турецких войн. И Турция уже заявила о том, что вот видите, мол, какая исламофобия в мире происходит. Вот с чем нужно бороться-то. Вот, это все проклятые евреи и Трамп. Ну, это, так сказать, уже добавили разные либералы и прогрессисты. Вот, но Турция уже озвучивала, что вот борьба с исламофобией должна в мире быть. Не с антисемитизмом каким-нибудь, там, никому не интересным и не нужным. Вот, а с исламофобией, с Израилем и с Трампом. И вспомним, что Эрдоган, на самом деле, это же лидер турецкого филиала братьев-мусульман. То есть это, да, те самые братья-мусульмане, которые ведут сегодня войну с Западом, по сути дела, наступая на Запад, направляя потоки беженцев исламских, завоевывающих Запад. Только у Эрдогана, кроме, так сказать, идеологии братьев-мусульман, о том, что ислам — это не просто религия, это политический инструмент. Он должен, как бы, это инструмент для управления миром, для управления не только религиозным, но и политическим. Так вот, у Эрдогана под ружьем есть еще очень хорошая разведка, очень хорошая структура, для которой вот такую комбинацию двух ходов провернуть уже не так сложно, потому что такие вещи, в общем, наработаны и сделаны. И не этот ли новый фюрер, вот, закручивающий очередной национал-социализм, только уже на базе ислама, вот, нам сейчас такую вещь подсунут? Докопаются ли до этого новозеландские эксперты? И если докопаются, опубликуют ли они? Я очень сомневаюсь. Но нам нужно держать это в голове и понимать, что, может быть, ситуация совсем не такая, какой нам ее представляют сегодня в новостях. Александр, давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы идем на перерыв. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. У меня вопрос к Александру. Почему хасиды с Израиля переезжают в Умань на Украине?
Они вначале просто приезжали там отдать долг с погибшим и прочее, а сейчас они просто начали переезжать целыми семьями. И мэр города Умани говорит, я не могу понять, им же там так хорошо, это их страна. Почему они переезжают к нам и здесь свои порядки начинают устанавливать? Вот мой вопрос. Значит, по поводу хасидов и Умани. Во-первых, они приезжают туда не почтить павших героев. Речь идет о том, что в Умани похоронен раби Нахман из Бреславских, лидер бреславских хасидов, раби Нахман из Умани, так называемый, один из еврейских лидеров религиозных и духовных позднего Средневековья, или там уже, так сказать, начало Ренессанса, на могилу которого приезжают его последователи, потому что, так сказать, с их точки зрения, помолившись на его могиле, их молитва как бы гораздо быстрее находит путь к Богу. И в последние годы был создан, так сказать, целый настоящий ажиотаж, когда люди на еврейский Новый год отправляются, оставляют Израиль, едут туда молиться на могиле у раби Нахмана, и, так сказать, собирается там огромное количество этих самых хасидов. Для городка Умань сначала это был, в общем, праздник, потому что, сдавая дома, квартиры, койки этим самым хасидам в течение нескольких дней еврейского праздника Нового года и как бы обслуживая всю эту огромное количество людей, приезжающих из Израиля, из Америки, они, конечно, на год вперед себя обеспечивали сносной жизнью, потому что уровень жизни, дороговизна, все очень разный. Вот. Мне это все очень не нравится, честно вам скажу. Мне не нравится, что люди уезжают из Израиля, мне не нравится, что они уезжают в Новый год еврейский, что они оставляют свою семью, когда семья должна собраться и сидеть за столом и встречать этот праздник, они отправляются молиться на могилу. И все это, конечно, очень напоминает язычество, потому что то, с чем, в общем, иудаизм всегда вот борется. Но, я думаю, найдутся раввины, которые объяснят и скажут, что это я неправильно все воспринимаю. Важно не это. Важно то, что, конечно, здесь происходит извращение идей. Но надо понимать, что хасиды, которые ездят молиться в Умань, в большинстве своем, это не сионисты. Это не религиозные сионисты, которые верят, что, так сказать, нужно жить в государстве Израиля. Это люди, которые на самом деле считают, что Израиль одно из государств мира, ничем не выделено. В нем, возможно, может быть немножко удобнее жить, чем в других местах. Но, не будучи сионистами, они к Израилю, к своим, как бы, не имеют особого пиетета к этому, как к своему государству. Это очень серьезный, на самом деле, глубокий вопрос, религиозный. Относиться ли к созданию Израиля, которое произошло 70 лет назад, как к началу избавления, то есть тому самому процессу, когда Бог прощает евреев, позволяет им вернуться в свою страну, отстроить государство, отстроить храм. И, так сказать, это буквально, так сказать, последние этапы перед приходом Мессии. В религиозном еврейском мире идет серьезный спор о том, живем ли мы уже вот в этом как бы преддверии прихода Мессии или не живем. Те, которые считают, что мы живем, это религиозные сионисты. Они говорят, сионизм, пусть даже созданный светскими людьми, Израиль, пусть даже созданный светскими, это, конечно, не до конца правильное государство, но мы его уже сумеем подработать напильником и довести до совершенства. И мы уже в процессе как бы возрождения и возвращения. А другая часть религиозных евреев говорит, нет, никакое не возрождение, это все ошибки, были такие ошибки в прошлом, были всякие уже мессии, это все, так сказать, ложно, и поэтому Израиль, создали государство на Ближнем Востоке, ну, может быть, там немножко удобнее жить, чем в других местах, но ничем оно не выделено. Поэтому, конечно, так сказать, для таких людей оставить Израиль несложно. Другое дело, что я все-таки думаю, что не совсем точная информация у вас, речь не идет о том, что они переселяются массово там жить. Есть какое-то количество людей, которые там поселяются и живет. Вот, но не массово. И я не думаю, что здравомыслящие люди предпочтут жить на Украине, а не в Израиле. Сегодня, по крайней мере. В Умани, а не, скажем, в Иерусалиме. Если такие есть, то это какие-то бизнес их дела. Я это не одобряю. И снова думаю, что таких людей совсем немного. Спасибо, Александр. Мы прервемся на некоторое время с тем, чтобы ознакомиться с рекламными объявлениями. И вот одно объявление, в частности. В воскресенье 7 апреля в синагоге в Нортбург пройдет благотворительный концерт, уникальное арт-шоу в пользу Израиля. В концерте примут участие звезды нашей общины Татьяна Меламед, Наташа Баданская, вокальная группа Русской воскресной школы, юные пианисты Лискер Мюзик Фаундейшн,
выступят танцоры-виртуозы танго, будут представлены работы известных художников и дизайнеров ювелирных украшений. Приходите 7 апреля в синагогу в Нурсбург по адресу 2548 Джаспер Корт. Начало в 12 часов дня, вход бесплатный. Все пожертвования будут направлены в Израиль в фонд «Дети Сдерота». Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну а те из вас, кто смотрит нас на YouTube, на нашем канале в YouTube, если у вас будут вопросы. Вот, кстати, есть вопрос. Персы шарахнут к ведущим. Может, проблема в том, что персы шарахнут? Не знаю, с чем это связано. Так, надо очевидно, мне прочитать предыдущий пост. Ультраправая община Веллингтона уже объявила сбор средств с помощью... Ага. Это возвращаясь к теме, во-первых, к теме вот этой трагедии в Новой Зеландии. Наш слушатель из Израиля пишет, что ультраправая община Веллингтона уже объявила сбор средств помощи пострадавшим и бесплатно пожертвовала им. Там, ну, в общем, понятно. Есть звонок от радиослушателей, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Слушай. Уважаемый Александр, вы сказали, что 30% израильтян не хотят возвращения Газы. И даже хотят отдать Самарию и Иудею арабам. Когда Арон сдавал Газу арабам, намного больше, чем 30% не хотели этого делать. И тем не менее он пошел во все тяжкие, вплоть до того, что разрушил даже свою партию, которая тоже была против этого, извлек оттуда Кадиму и все равно разгромил еврейские поселения и сдал ее Газу арабам. Вот у меня вопрос. Вы говорите, что надо воспитывать левых. Левые всегда будут, они всегда будут продажные. И... А Газу все равно когда-то надо возвращать. Вот мне кажется, что пока Трамп в офисе, этим надо воспользоваться, потому что наши левые прикладывают максимум усилий, чтобы его не избрали в следующий раз. Вот мы сидим и дрожим, чем это все закончится. А если придет даже республиканец такой, как Ромни, то тоже Израилю от этого лучше не будет. Поэтому... пожалуйста, решайте побыстрее эту проблему. Спасибо большое. Ну, во-первых, я вам скажу так. Не надо сидеть и дрожать, что будет. Нужно бороться. Это ваша страна. И если вы действительно поддерживаете Трампа и хотите, чтобы он оставался президентом вашим, то все в ваших руках. Каждый ваш голос — это ваш голос. Но еще вы можете добиться поддержки и вашего окружения. Поэтому сидеть и дрожать точно тут не нужно. А нужно действовать, помогать тем силам, которые будут продвигать Трампа на второй президентский срок. Что касается нас, действительно сейчас для Израиля особо благоприятная атмосфера. Таких отношений, такой поддержки израильских интересов со стороны американского правительства не было за всю историю существования Израиля. Даже такие президенты произраильские, как Никсон или Рейган, и то... Ситуация была более сложная, был двуполярный мир, нужно было бороться и противостоять Советскому Союзу со всеми его сателлитами. Не было этой возможности, которая есть сегодня у Трампа, и не было той поддержки, которую Трамп показывает. И то, что Израиль не использует это ужасно обидно. Но помимо такой сложной ситуации, как, видите, разрушить гораздо проще, чем что-то создать. Разрушить поселение — это акция короткая. Прийти туда, остаться там, держать там нашу армию, и будут там погибать наши солдаты. И будет постоянное напряжение в мире. Противостоять всему этому, когда нет единства в народе, гораздо сложнее, чем прийти что-то испортить и потом быстро за этим закончить. Но есть другие дела, которые действительно Израиль мог бы делать сейчас, используя попутный ветер из Белого дома. Развивать поселение в Иудее и Самарии, там, где можно развивать сейчас. В Газе уже, к сожалению, пока мы не вернем, мы ничего не можем сделать. Это не делается или делается недостаточно. И здесь, в общем, хочется, чтобы у правительства было больше решимости и больше собранности. Поэтому, если уж что-то делать, то есть другие направления, в которых нужно двигаться. Вот. Что касается Газы, то сегодняшняя ситуация — это оптимум, и в ближайшем обозримом будущем я не вижу, как из этой, так сказать, ситуации плохой, оптимальной, лучшей из всех худших, как из нее выходить.
Вот. Таких простых решений шашкой на голову не получится. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Спасибо за передачу. У меня вот такой вопрос. Что-то у вас все бывшие начальники генерального штаба пошли в политику, и один из них объединил 4 партии, хотя он говорил, что он с Лапидом и знаться не будет, но в последний момент он объединился. В Штатах, в Вашингтоне будет в 20-х числах съезд лоббистов Израиля, и там будет выступать Нетаньяху и, по-моему, фамилия этого Гарец, да? Ганс. Ну, давайте мы об этом поговорим. Спасибо большое вообще. Давайте о Гансе, о предстоящих выборах, о скандале, который возник. Ну вот, действительно, вы правильно сказали. Действительно, в Израиле возникла такая партия, созданная буквально из 3 бывших начальников генштабов, еще одного Лапида, и еще одного лидера профсоюза. То есть все самое плохое и неудачное, что было в израильской политике, объединилось вместе. Почему плохое и неудачное, я объясню. Мы об этом говорили в наших предыдущих передачах, поэтому я очень короткой строкой буквально вернусь к тому, о чем мы говорили уже. В Израиле генералы часто идут в политику. И, к сожалению, это опыт, который, в общем, измерен и отмерен. Ни разу, когда генерал приходил в израильскую политику, это хорошо для страны не кончал. И дело здесь не в том, что генерал глупый. Очень может быть, что в пределах своей компетенции, профессиональной, как военный, он был неплохим генералом. И я не хочу сейчас критиковать огульно всех 3 этих начальников генштаба, Ашкенази, Ганца и Алона, потому что, да, они делали ошибки, они сделали кучу ошибок, но, наверное, против каждой такой ошибки можно привести их достижения. Они свою работу знают, они провели десятки лет в этой сфере. Но когда их предшественники, такие же начальники генштаба, еще более удачливые генералы, приходили в политику, выходя за рамки своей профессиональной компетенции, они совершали чудовищные ошибки, потому что быть политиком и быть генералом — это разные профессии, разные склады ума. И что у нас добились, чего добились генералы в израильской политике? Генерал Рабин устроил Осло, генерал Барак вывел войска израильские из Южного Ливана и превратил в итоге Хизбалу в стратегическую угрозу против Израиля со 150 тысячами ракет, направленных на Израиль. Генерал Шарон вывел армию из Газы и превратил Газу в стратегическую угрозу Израилю. Что предлагают нынешние генералы? Вывести войска из Иудеи и Самарии, сделать из Иудеи и Самарии тоже стратегическую угрозу. То есть сколько уже со всех границ у нас на севере уже есть, на юге уже есть, теперь еще будет на востоке, с запада у нас море. На востоке тоже стратегическая угроза. Поэтому, конечно, эти генералы, которые рвутся сейчас к власти, которые стали главной альтернативной как бы партией левых, они представляют, на мой взгляд, серьезнейшую угрозу. Это только в области безопасности. А еще там есть глава профсоюзов, который хочет сделать из Израиля Венесуэлу. Вот, так сказать, ну, простыми словами, если говорить. И это тоже меня совершенно не радует, потому что последние 10 лет Нетаньяху занимался израильской экономикой. Как бы в вопросах Иудеи и Самарии ему было труднее. Там, вот мы только что говорили об этом, почему ему трудно. Но в вопросах экономики, где он очень хорошо разбирается, где он чувствовал большую поддержку и больше как бы консенсус национальный, он развил экономику Израиля, он сделал из Израиля конфетку. И вот сейчас придут эти самые социалисты Шариковы, которые, у которых в голове только одно – все отнять и все поделить. Вот. И нам все снова испортят. Поэтому, конечно, я очень-очень надеюсь, что эти генералы до власти не дорвутся вместе со своим профсоюзным лидером. Вот. Но если уж мы заговорили о Ганце, то вот буквально вчера случился такой, так сказать, очень показательный момент, который четко расставляет всех на свои места. Журналисты раскопали историю о том, что несколько недель назад к этому самому Бенни Ганцу, главе вот этой партии генералов и профсоюзного лидера Илапида, пришли представители службы безопасности Шабак и сказали: уважаемый генерал Ганц, твой телефон, как мы выяснили, был взломан иранцами, и они скачали всю твою личную информацию к себе. Поэтому ты знаешь, что вся твоя личная информация с телефона сейчас есть у иранцев, и будь готов к тому, что они могут начать тебя шантажировать. Судя по всему, там были какие-то... Там не было секретных материалов. Он уже 4 года не начальник генштаба. И если там и были какие-то секреты, то скорее касавшиеся их партии, и, возможно, какие-то личные секреты Бенни Ганца, если они у него есть. Теперь журналисты спекулируют на тему, а есть ли у Бенни Ганца такие моменты в личной жизни, которые могут поставить его, женатого человека, в неловкую ситуацию.
Но в это мы как бы вдаваться не будем, потому что мы не знаем. Вот. И тем не менее, что получается? С одной стороны, у нас есть, у нас два как бы главных кандидата, два единственных кандидата на пост премьер-министра Израиля. Один – это Нетаньяу, который сумел организовать такое незаметное изъятие у иранцев их ядерного архива. Прямо из-под носа увел и привез в Израиль. А с другой стороны, есть человек, у которого иранцы, эти же самые иранцы, выудили из личного телефона всю его личную информацию. Вот. Можно ли сравнивать вообще, так сказать, сопоставлять одного и другого по масштабу, так сказать, личности, профессионализму, уму, дальновидности? Один, который продвигал наперекор Обаме идею о том, что иранцы — это наша главная опасность, и добился того, что, в общем, эту позицию признало нынешнее правительство Трампа, полностью признало эту ситуацию, сказал абсолютно правильно, так и есть. Иранцы — это главная опасность Ближнего Востока. Вот. И другой генерал, который сначала бубнил в унисон Обаме о том, что иранцы вовсе не хотят делать ядерную бомбу, и что все это, так сказать, Нетаньяу нас пугает только этим. Вот. А теперь еще оказалось, что его развели как лоха, извиняюсь за такие вот выражения, и просто выудили у него из телефона всю его информацию. И вот этот человек теперь хочет быть премьер-министром Израиля. То есть как можно вообще доверять такому человеку, доверять ему нашу жизнь, наше будущее, если он не может свой собственный телефон, за своим собственным телефоном следить? Вот. На самом деле, если уж мы, так сказать, начнем фантазировать и развивать теории конспирации, последовательность событий была такая. Журналисты сообщили, что они сообщат в определенное время вечером вчера некую информацию о Бенни Ганце, которая достаточно, так сказать, пикантная, и было бы очень смешно, если бы не так грустно. И тут же из Газы полетели в Израиль, на Израиль ракеты. То есть если мы снова... Если мы решаем немножко пофантазировать на конспиративные темы, то получается, что, в общем, иранцы, которые сейчас ставят на Ганса, потому что они понимают, что с этим лохом им очень легко будет справиться и, так сказать, договориться, и сделать все, что они хотят. Они хотят, чтобы он победил. Как только возникла ситуация, при которой он мог оказаться в новостях в очень неприглядном свете, стрелки были тут же переведены на обстрел Тель-Авива, и, в общем, как бы все сошло, совершенно пошло по другому руслу. Тем не менее, конечно... И вот эта вот ситуация с Газой, которую люди все-таки, многие понимают, что если планы Ганца осуществятся, то это будет и из Иудеи, и Самарии тоже. И вся эта нелепая история с фишингом телефона Ганца, они влияют на людей. Если две недели назад мы видели, что вот объединение этой партии, сразу нескольких левых партий в одну, привело к энтузиазму в левом блоке, так что они, кстати, имели большинство, то есть по совокупности своих мандатов они получали больше 60 мандатов, то есть больше половины Кнессета, то сейчас они уже сдулись. И сейчас уже по опросам у правого блока, то есть у Ликуда и правых партий, вместе набирается больше 60, снова, как и было раньше. И тенденция как бы нарастает, то есть правые укрепляют свои позиции. Как будет дальше, непонятно. Тут есть один нюанс. Нюанс он заключается в том, что есть справа достаточно много партий, которые могут не пройти электоральный барьер. То есть опросы — это же просто опросы, они не являются 100% точными. Мы знаем, насколько неточны опросы. И даже если сегодня эти опросы показывают, что партия та или иная проходит электоральный барьер, то есть набирает больше 4 мандатов, в реальности может оказаться так, что она не наберет. Если эти партии не набирают свои 4 мандата и просто выпадают из Кнессета, то картина будет совершенно иной. Картина расклада этих блоков. А важны сейчас именно блоки, потому что есть блок, который вокруг Нетаньяу, правый блок, и блок, который вокруг Ганца, это левый блок вместе с арабами. Так вот, картина раскладов этих блоков, где сейчас у правых большинство, может резко измениться, если какие-то партии не пройдут. Именно поэтому сейчас, скажем, для израильтян, ответственных израильтян, очень важно понимать, что есть целый ряд партий, которые не проходят электоральный барьер или рискуют не пройти, даже если опросы показывают, что проходят. И голосовать за такие партии — это подвергать страну очень большому риску. Поэтому лучше выбрать те партии, которые надежно проходят электоральный барьер, и поддерживать их. Как оно сложится на самом деле, совершенно непонятно. И действительно, итоги выборов 2019 года будут в Израиле опять непредсказуемы, хотя, казалось бы, у правых есть заведомое большинство. Спасибо. 847, у нас буквально пару минут времени осталось, были попытки дозвониться, давайте попробуем принять. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, господа. Я хотел задать вопрос. Вы как раз ответили на один вопрос, который только что. А расскажите немножко про тот мемориал, который будет открываться в Израиле в честь блокады Ленинграда. Я не думаю, что какая-то другая страна, кроме Израиля, делает такие совершенно потрясающие монументы. Я видел этот проект, очень, так сказать, очень впечатляющий. И если можно, два слова. У вас был наш сенатор, который мы его к нему относимся с большим уважением, как нашему президенту, Линдси Грэм, который очень вас поддерживает. Что вы можете сказать про этот визит? Спасибо большое, я вас послушаю. По поводу визита сенатора Грэнхэма, насколько я понимаю, визит был очень удачный. То есть, действительно, вы правильно заметили. И этот человек поддерживает Израиль. И в Израиле правительство, и, так сказать, политический истеблишмент осознает это очень хорошо. Ему был оказан максимальный прием. Его вывезли на голландские высоты, показали как бы эту ситуацию. Ведь сейчас, в общем, вопрос идет о том, признает ли американское правительство Голланды частью Израиля. Пока что, кстати, это очень важно, американский госдепартамент объявил о том, не объявил, он изъял слово «оккупированные территории» в отношении голландских высот Иудеи и Самарии. Это колоссальный шаг, колоссальный прорыв. До сих пор даже самые дружественные президенты, даже самые дружественные администрации называли Иудею, Самарию, Голланды оккупированными, при том, что Голланды были аннексированы Израилем уже много лет назад. И вот сейчас это слово «оккупированный» ушло из лексикона Госдепартамента. Это очень важный шаг, дружественный по-настоящему. И в политическом, дипломатическом отношении он имеет колоссальное значение. И мне кажется, что вот сенатор, которого упомянули, он имел к этому весьма непосредственное отношение. Теперь, что касается мемориала в Иерусалиме. Сколько я понимаю, этот памятник будет создан в Иерусалиме. И он имеет, конечно, помимо, так сказать, очевидной цели увековечить жертв вот этой блокады Ленинграда и погибших там людей, и политические цели тоже. Политические, внутренние и внешние. В Израиле, как вы знаете, огромное количество жителей, бывших жителей Советского Союза. Для многих из них вот вся история, весь нарратив Великой Отечественной войны, он очень важен. И такой памятник, безусловно, как бы для них очень понятен, и важно, что в Иерусалиме как бы эту память блюдут. С другой стороны, Израиль выстраивает очень тонкие и сложные отношения с Россией. Россия тоже всячески педалирует сейчас тему Второй мировой войны по своим причинам. Победу советской армии над национал-социалистами и так далее. Если в такой сфере Израиль может немножко как бы подфактить России, чтобы получить в ответ какие-то дивиденды политические или дипломатические, почему нет? То есть это та тема, в которой Израиль, в общем, как бы не нужно кривить душой или делать что-то такое, что было бы неправильно. Хотите, чтобы мы почтили память погибших в блокадном Ленинграде? Да, почтим, поставим в Иерусалиме памятник. Путин обещал приехать на этот на открытие памятника в Иерусалим. Российский лидер приедет в Израиль и в Иерусалим, то есть, по сути дела, признает Иерусалим израильским. Израиль за это как бы легко может поставить такой мемориал. Как будет дальше, посмотрим. Опять же, это все части очень тонкой и очень умной игры дипломатической Нетаньяху. И, как мы видели совсем недавно, сейчас уже нет времени рассказывать все подробно. К сожалению, да. К сожалению, времени у нас больше не осталось, Александр. Давайте мы в следующий раз, возможно, вернемся к этой теме. Огромное спасибо и до встречи в следующий раз.